Ох, как я устал, устал. Ой, глаза аж закрываются. Столько работал в своей лаборатории. Но все не зря, я придумал отличную, отличную штучку. Ох, сколько дел сделаем с ней. Вообще, пойду отдохну, посплю и покушаю. Ой, вот это изобретение. Все узнают обо мне потом. Ох, поеду отдохну домой. Самое главное, чтобы никто не нашел мою лабораторию. Иначе может что-то случиться, беда. Я-то придумал в хороших целях это изобретение. Ой, ладно, ничего плохого не случится. Надо ехать домой. Спать охота ужасно. Эй, огурчик, что ты все время отстаешь? Давай быстрее едь. Копошишься вечно, плетешься. Ох. Подожди, Крушила, ну не торопись, подожди меня. Я постоянно отстаю, не догоняю тебя. Мы же выехали покататься спокойно, а ты торопишься. О, и снег такой рыхлый, я прям застреваю. Мы куда-то заехали в непонятную местность. Ты знаешь, где это мы? О, Крушила, где это мы с тобой? Что-то не пойму я. Давай посмотрим, огурчик. Очень интересно. Что это такое? Да, непонятно. Ой-ой-ой, огурчик, ты только глянь. Что это за машина такая? Я обожаю какие-то новые интересные вещи. Ого, Крушила. Это может быть опасно. Я предлагаю уезжать отсюда. Да ты что, огурчик, все время трусишь. Давай вытащим ее оттуда и посмотрим, что это такое. Ого, Крушила, вот это да. О, огурчик, это супер-супер штучка. Я с ней столько натворю всего. Ты что, Крушила, нельзя это трогать, это чужое. Это же может быть опасно. Опасность, это очень здорово. Я обожаю опасности. Я обожаю пакостить. Давай ее затащим на крышу здания и постреляем. Посмотрим, что получится. Ха-ха-ха. Ох, вот это вид отсюда, огурчик. Сейчас мы натворим с тобой бед. Интересных штучек. Крушила. Да что ты, огурчик, что кричишь? Ой, что-то я боюсь. Давай не будем ничего пакостить. Да не трусь. Давай сейчас высмотрим кого-нибудь. И как пульнем, и посмеемся. Понять, как она работает. Что за механизм такой интересный, непонятно. Я так боюсь, я весь дрожу. Я, пожалуй, спрячусь. Что-то сейчас будет. Огурчик, огурчик, давай лезь быстрее наверх. Смотри, я нашел. Точнее, я увидел. Это же молния Маквин. Это противная машинка задира. Ее все обожают, все любят этого молнию Маквин. А нас нет, потому что мы постоянно пакостим, наверное. Но это же так весело. Нельзя быть таким идеальным, как этот молния Маквин. Все его обожают. Ой, Крушила! Я залез и еле вишу тут. Боюсь высоты. Давай быстрее, уже стреляй. И спустимся и уедем домой. Ох, ну и условия у нас. Катаемся в таких жутких условиях. В холод, в мороз. Ой, ужасно, я уже весь задубел. Ой-ой-ой, как холодно. Ох, ну и трасса. Пожалуй, это мой последний заезд. Больше не буду кататься в таких условиях. Вот, я куда-то съехал и вообще залез в снег. Застрял, по-моему. Ох, ну-ка. Ой, колеса совсем забуксовали. Не могу ни влево, ни вправо, ни назад, ни вперед. Ой, я застрял. Застрял. Нужно звать на помощь. Ой-ой-ой, по-моему, я замерзаю. Целюсь, стреляю. О, попал! Я попал! Ура, я попал! Ой, что это такое было? Ой, что-то мне плохо. Голова кружится. Ой-ой-ой. Что это со мной такое? В меня что попало? Какой сильный удар. Ой-ой-ой.
Кружится голова. Ой, сейчас он меня вырвет. Ой, мне плохо. Ой, я превратился в кого-то огромного. Ой-ой-ой, что со мной? Ничего не пойму. Ой-ой-ой, что-то правда я натворил. Нужно срочно стрелять быстрее и исправить. Пусть он превратится назад, а то этот гигантский Маквин нас всех задавит, если он узнает, что это я натворил. Ой-ой-ой, быстрее назад, еще нажать. Ой, как же мне обратно превратиться, ничего не пойму, что со мной происходит. Что это, кто это меня ударил опять? Ой, ужас, что со мной, я стал толстый какой-то и непонятный. Ой, все болит, голова кружится. Ой-ой-ой, на бочок. Что со мной? Не пойму. Ой, мне страшно. Мне просто страшно. Крушила, ты совсем обалдел. Ты что натворил? Превратил Маквина в какого-то мутанта. Двойного мутанта. Быстрее жми еще и преврати его обратно. Иначе все узнают про нас. Ой-ой-ой, боюсь. Я лучше спрячусь. Ай, опять этот удар. Что это такое? Не могу уже больше терпеть. Я превратился в какой-то огромный грязный тапок. О боже мой. Спасите кто-нибудь, помогите. Вот это да. Я останусь тапком. Жила, да я попробую нажать. Что-то тут не в порядке. Ты жмешь и что-то тут превращается вообще в каких-то монстров. Давай я быстрее сам. Кого я превращаюсь, никак не пойму. Это какой-то кошмар. О, вот это мне нравится. Не хочу больше превращаться в обычного Маквина. Хочу остаться таким. Я всегда мечтала заключить договор с Динока. Хочу быть Динока. Ура! И это, я превратился опять в молнию Маквина обычного. Эх, черт. Не получилось быть Динока. Что ж такое? Ой-ой-ой, я ничего не вижу. Я превратился в слепого молнию Маквин. Что ж такое? Не пойму, почему мне никто не помогает, меня не слышит. Мэтр, мой друг, помоги! О, я молния Маквин превратился в какую-то подделку, пластиковую китайскую машинку. Нет, только не это. Превратите меня назад. Кто это делает? Назад меня превращайте. Гурчик, что ты стоишь? Жми быстрее, нажимай. Ты видишь, что творится с молнией Маквин. Это что-то невероятное, быстрее. Да я стараюсь, крушила. Если б не ты, вообще ничего этого бы не было. Ух, мы и натворили дел. Ой-ой-ой. Ой, в кого я превратился на этот раз, вообще не пойму. Ой, где мой номер 95, ничего не пойму. Ох, голова болит постоянно. Что ж такое? Ой, только не это. Я превратился в слепого маленького, грязного, причем молния Маквина. Ой-ой-ой, это конец. Ох, хорошо, что меня никто не видит. Если бы это увидел Франческо, он бы так смеялся. О, слава богу, никто меня не видит. Что такое? Я злой, вообще не могу больше это терпеть. Кто же это все делает? Нужно позвать на помощь. Мэтр, ты где, мой друг? Эй, Маквин, ты что раскричал? Ого, что это с тобой? Вот это да! Видели бы тебя все из Радиатор Спрингс. Они бы животы надорвали. Вот это смехотура. Ой, не могу. Ой. Слушай, Мэтр, ты мне друг или что? Давай быстрее выручай меня. Найди, позови на помощь. Кто это все делает, не пойму. Я превращаюсь во всяких разных непонятно кого. Хочу вернуться в свою красивую окраску. Не зря же меня Рамон так красиво покрасил. Гурчик, ты это видел? Этот Маквин уже позвал на помощь какого-то друга своего. Ой, если они узнают про нас, давай быстрее жми. Надо срочно превратить и этого, какого-то друга его, в кого-нибудь, чтобы он не побежал, не позвал на помощь. Крушила, совсем с ума сошел. Это же ужасная идея. Нет, давай еще раз попробуем. Один раз, последний раз превратим Маквина назад. И все, и быстрее убежим домой. Давай, нажимай. Маквин, я позову кого-нибудь на помощь. Держись, друг. Ого, Маквин, что это со мной? Я превратился в огромного Мэтра. Ха-ха, Мэтр, вот так смеялся надо мной. Теперь сам стал гигантским каким-то монстром. Ой-ой-ой, вот это да, что мне делать теперь, Маквин? Теперь я такой же стал. А теперь я стал маленьким. Ой-ой-ой, что же делать, Маквин?
Вообще, у меня голова кругом теперь от этих проблем. Как нам превратиться назад? Не пойму. Ой, я превратился назад. Ой, ура, ура. Как здорово. Ух ты, мэтр. Постоянно тебе везет. Давай иди проси помощи у кого-нибудь. Так, все, точно, Маквин. Я поехал за помощью. Я тебя не оставлю, друг. Ой-ой-ой-ой, сколько снега. Поехал. Ох, тяжело, конечно, будет. Поехал. Ой, по-моему, я застреваю уже. Ой, куда-то не туда поехал. С дороги сбился. Ой, ребята, хорошо, что я вас нашел. Щенячий патруль. Помогите мне, пожалуйста, помогите. Ой, гонщик, ты даже не представляешь. Молния Маквин. С ним беда просто. Вы мне поможете? Конечно, поможем. Я тогда возьму след. Посмотрю, кто же это может быть. Все разнюхаю. Да, давай, гонщик, работать вместе. Я тогда полетаю, посмотрю, может быть, я кого-нибудь найду сверху, да? Договорились, вперед, Скай. Отлично, пошли. Так, беру след. Что-то здесь неладное. Кажется, я взял след. Ага, теперь нужно все разнюхать. Куда же ведут эти следы? Сейчас мы разберемся. Кажется, мы вышли на след. Гонщик, ты это видишь? Ага, я тоже это вижу. Кажется, вот кто хулиганит. А ну, Скай, давай быстрее туда. Смотри, Скай, это же Крушила и Огурчик. Ой-ой-ой, Крушила, нас застукали. А что будем делать? Ой, я боюсь. Я же говорил тебе, давай сваливать быстрее. Что вы наделали? Сейчас надо разобраться. Мы вас так просто не отпустим. Вы нахулиганили? Нужно что-то исправлять. Мы не виноваты. Мы хотели просто поиграть. А ну разойдитесь. Это что тут за шум? Вы что тут делаете? Ого, что натворили? Вы поломали, кажется, мою пушку. Ах вы, Крушила и Огурчик. Профессор, это можно исправить. Сейчас попытаемся. Огурчик, валим отсюда, пока они нас не заметили. Крушила, быстрее отсюда уходим. Профессор, нужно быстрее исправить эту пушку и вернуть Маквина назад. Сейчас все сделаем, ребята, она уже готова. Где же этот Маквин? Я здесь, смотрите, что со мной произошло. Смотрите, какой я стал. Не переживай, Маквин, сейчас все исправим. О, кажется, я вернулся. Точно. Ура. Классно. Наконец-то я стал теперь нормальным Маквином. Класс. Спасибо, профессор. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем пока.